Я был как-то без настроения, мне позвонила женщина, начала загонять, что она из Сбербанка. Говорю, все, идите нахер, вы не из Сбербанка. Она такая, слышь, сопляжуй. Сам пошел нахер. Отсосать не желаешь? Отсосать! Я думаю, о-о-о! Я теперь так проверяю, мошенники это или нет. Они мне звонят, говорят, мы из Сбербанка. Я говорю, идите нахер. Если они говорят, простите, что, Вячеслав Сергеевич? Это Сбербанк, да. А если они говорят, готов жопу, сука, мы выехали? Это не Сбербанк. Это Тинькофф.